Друзья, делаем очень простой и очень вкусный. Хорошо поднимается тесто. Делаем слоеное тесто. Нам нужен 5 яиц, только желток, 3 столовые ложки водки, 2 чайные ложки уксус, 70%, 1 чайная ложка соли и мука, чтобы получилось нежно-мягкое тесто. И плюс 500 миллилитр воды, кипяток, крутой кипяток. Здесь, да, и 250 грамм или молочный маргарин, или, как сегодня я делаю, нацмаргарин. 200, это идет на тесто. Делаем сейчас только тесто. Добавляю 5 яиц, только желток. Хорошо взбиваю. Три столовые ложки водки. И хорошо опять смешаю. Добавляем 0,5 литра потихонечку. Прямо аж крутой кипяток. Яйцо ничего не случится. Потихонечку добавляем. Чуть-чуть оставила. Друзья, столько оставила, чуть-чуть, чтобы растворилась. Чайные ложки соли добавлю и 2 чайные ложки 70% уксус. Растворяется и сразу сюда добавляю. Потихонечку муку. Ну, 500 грамм, 600 грамм. У всех разная мука. Потихонечку надо мешать муку. Чай. 10 минут месим тесто. Очень хорошо. Все, месили очень хорошо. 10 минут. Удар 50 раз. И все. По 6 частей. Вот так вот. И закрываем. Пусть отдохнет, пока начинку сделаем. Чуть-чуть муку добавляю, 4 пачки уже. Здесь почти, да, килограмм у нас всего почти. Но здесь 4 пачки маргарина, нас маргарин. Ну, полкило даже больше, ну, 600 грамм. И хорошо мукой мешаем. Сейчас чуть-чуть помешаю и буду мешать с миксером. Я. Ой, там. Майнам, тортик.
Давай, давай, мешай, Майря, мешай. Это тортик из сарку. Асагата. Асагата им сарку. Хинч сарку, Маш. Гэндик нэрэ ану мэдэ. Давай, мешай, моя девочка, мешай. Мешай, моя девочка. Ой, спасибо тебе. Ты меня помогаешь? Да, Майря? Да? Ой, спасибо. А, о, да, да, бери. Вот, бери. Кару, мы сальки с Майрям. Они? Да, да, мешай, мешай, моя хорошая. Да, да. Да, моя хорошая. Это масло и мука. Это моя сальня. Да, да, сэнс. Осенс, все. Друзья мои, как мы все на 6 частей, да, делали, потом открываем вот так вот, не тоненько и не толсто. Ну, вы видите, как надо открывать, да, тоненько не надо. И чтобы маргарин с мукой, как мы помешали, мои хорошие, вот это ножом, вот видите, надо намазать все места, чтобы даже не было никакой миллиметр или сантиметр, чтобы открыто был. Все должны закрывать, да, очень хорошо мазаем, начинаем мазать вот этот маргарин, который мы отдельно делали с мукой, да, чуть-чуть. Ну, 200 на 700 грамм, ну, хотя бы 200 грамм мука надо. Понятно? И вот очень хорошо мешаем все это маргарин мукой, да? И все. Она мягкая, и мягкий, и послушный. И начинаем каждое, да, тесто. Открываем и вот так вот намазываем и закрываем. Отправляем в холодильник на 2 часа. Потом опять открываем, опять мы намазываем, закрываем и отправляем в холодильник. Чтобы обязательно золотое правило – чтобы каждые 2 часа 3 раза открывать, намазывать, намазать маргарин, закрывать и отправлять в холодильник. И золотое правило, чтобы 200 градусов, да, духовка, чтобы был горячий, да. И 200 градусов надо печь. Или гату, или хачапури, или какие-то тарты вы хотите. Я попробовала, очень сильный, очень хороший тесто. Не будьте жалеть, мои хорошие. И обязательно пишите в комментариях, как у вас получилось. Поэтому просто я хочу знать, кто сделал этот чудо-рецепт. Это очень прекрасный, проверенный чудо-рецепт. Вот так вот.
Друзья, сразу говорю, что если вы не надо писать, надо каждый раз, каждые 2 часа, да? 1-6 все это сделала, намазали, отправили на 2 часа, потом 2-й раз все надо опять намазать маргарином, закрывать и опять отправлять 3 раза. Намазывать и отправлять в холодильник. Не морозильник, а холодильник. Это уже отдыхало 2 часа, мои хорошие. Я вытащила, 2-й раз намазывала и опять закрывала и отправляю опять в холодильник. Очень тоненько по все место все до конца и ровно, тоненько намазываю, закрываю и отправляю в холодильник. Мои хорошие, все, я закончила. Это очень хороший, вкусный, идеальный, простой рецепт слоеного теста. Берите, делайте, пишите меня в комментариях, как у вас получилось. Лайки, друзья мои, не забываем. Если гости не подписаны, обязательно не забудь подписаться и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного вам просмотра, мои хорошие.